Украинцы, я прошу вас, вам пора подумайте головой. Американцы и европейцы используют вас, чтобы вы воевали с Россией ради их интереса. Они вам не нужны. Им нужна ваша земля. Неужели вы думаете, вы можете воевать с Россией? Россия с вами не воюет. Это реальная специальная военная операция, чтобы уничтожить все эти оружия, которые вам дали, якобы бесплатно, из Америки и Европы. Обычные люди не знают, что это все кредиты, которые ваша страна придется заплатить. Я не знаю как, у ваших денег не хватает. Они будут покупать ваши земли в гроши, то есть почти бесплатно. И в конце концов вы остаетесь на улице. Берите пример. Что с Ирака сегодня? Что с Ливией? Спасибо России, что Сирия стоит сегодня на ногах. Весь мир знает, если бы Россия не вошли в Сирию, они бы очень давно Асада убили, и Сирия была бы город, то есть страна террористов, как Ирак или Ливия. Давай мы не будем идти так дальше. Давайте поговорим про Африку. Они наворовали всю Африку, все наши ресурсы. Они теперь называются Африка третьей стран, беднейшей стран мира. Но поверьте мне, в Африке самые большие натуральные ресурсы в мире, начиная с нефти до алмаз и золота. Но они там наворовали почти все. Теперь думают, ага, в России слишком много. Надо эту цепочку взорвать. И нашли виновник, украинцы. Надо через украинцы войти в войну через Россию. Они вас помогать не будут. Что такое оружие? Они вам дают оружие, которое уже срок годности истек. А в России самое современное оружие. И население больше, чем вас, больше, чем 2-3 раза. Они вас сказали, они будут с вами воевать, они не придут. Да наемники отправили к вам помочь. Это убийцы, это люди, которые им не нужны. Из разных тюрьм мира. Это наемники, которые будут вас ограбить рано или поздно, поверьте. Украинцы, будь умнее, пожалуйста. Россия, ваши братья, вы славянский народ. Я не понимаю, почему вы этого не понимаете. Я африканец. Да. Но я понимаю этого лучше вас. Почему? Я не знаю. Я прошу вас, одумайтесь. Одумайтесь. Русские идут. И вы знаете, весь мир знает, когда русские идут, они никогда не возвращаются. Русские всегда идут до победы. Так что рано или поздно так и случится. Надо договориться. Или вам конец?